Теперь нам нужно сказать несколько слов об употреблении причастий. Собственно, причастие обстоятельственное, а в данном случае мы изучаем, в данном уроке мы изучаем практически исключительно только обстоятельственное причастие, и кое-где иногда вот затрагиваем другие. Причастие обстоятельственное по употреблению соответствует русским депричастиям, то есть описывает какое-то действие, там, связанное с действием главного глагола, переводится зачем почти всегда замечательно русскими депричастиями, а поэтому больших проблем и в понимании, и в переводе не представляют. Но все-таки в уроке есть некоторое небольшое обсуждение вот разнообразных подходов к переводу причастий и несколько примеров. Самый типичный перевод – это вот депричастие. Например, вам приведен пример из Евангелия от Матфея. «Парагинетай». Иоаннес хо баптистес, керусон энте эремо. Приходит Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне. Керусо глагол, видите, окончание он нам знакомое, именительный падеж, единственное число, согласуется с подлежащим, с Иоанном, и нет никакого артикля, мы переводим депричастием, приходит Иоанн Креститель, как проповедуя в пустыне. Ну, в случае страдательного залога, мы с вами уже говорили, депричастие обычно переводится с помощью слова «будучи». И вот вам тоже приведен пример из 1 Коринфянам 4.12. «Лойду руманой элогумен». «Будучи гонимы, мы благословляем». Или еще один пример из Евангелия от Луки 4.15. «Аутос эдидаскен энтайс сунагогайс аутон доксадзоменос хупо пантон». Он учил в синагогах их, будучи прославляем всеми. Видите, хупантон, хупо – это стандартная конструкция при страдательном залоге, показывающий, кто это действие осуществляет. И вот здесь у нас причастие страдательного залога, по-русски переводим депричастием, будучи прославляем, и действующее лицо, как обычно, творительно падежом. Он учил в синагогах их, будучи прославляем всеми. Хотя вот Маус здесь отмечает в учебнике, что иногда перевод причастием тоже может звучать достаточно естественно. Он проповедовал в синагогах их, прославляемый всеми. Но для коринфянам это хуже подходит. Если мы там переведем «гонимые», мы благословляем, ну, как-то не вполне нормально звучит фраза. Так что обычный перевод обстоятельственного причастия идеи причастием, ну, иногда вот причастие тоже может звучать нормально, особенно в случае страдательного залога. И в учебнике предлагается еще пара способов перевода, когда причастие, точнее причастный оборот, причастие с зависимыми от него словами превращается в предложение. Например, из Матфея 2.14 «Парагон эйдон леуин тон ту халфаю». Проходя, он увидел Левия, сына Алфея. Ну, Левия того, который Алфея. Да, вот. Но слово в родительном падеже, то халфайо, очень часто, если это речь идет о имена, то очень часто обозначает родство, а из контекста мы понимаем, что родство в смысле указывается обычно отец. Проходя, он увидел Левия, сына Алфеева. Это нормальный перевод, мы можем так и оставить, но просто как бы в учебных целях вам предлагается это перевести. Когда он проходил, он увидел Левия, сына Алфея. Почему такой перевод? Ну, потому что само причастие, вот, которое описывает какое-то там действие, связанное с действием главного глагола, просто описывает действия, случившиеся в то же время. И перевод придаточным предложением времени со словом «когда»
хорошо передает это значение, а такое употребление причастия называют временным. Когда он проходил, он увидел Леви. Можете перевести, превратив это в предложение, но можете оставить просто перевод идеи причастия. Еще один пример, более интересный, из Евангелия от Матфея 1.19. Речь идет о ситуации, когда Иосиф, муж Марии, ну, обрученный с Марией, узнает, что она беременная. И вот Иосиф, декайос ом, эбулуэлэте латра аполусай аутен. Иосиф, праведным будучи, решил тайно отпустить ее. Вот здесь причастие «будучи» от глагола «быть». И, ну, две причастия, да. И какое у него значение? Ну, мы можем оставить «будучи». Но как вот тот факт, что Иосиф был праведен, соотносится с тем фактом, что он решил тайно отпустить ее? Ну, Маус в качестве толкования предлагает, что его праведность была причиной такого решения тайно отпустить Марию. Иосиф, так как он был праведен, решил тайно отпустить ее. То есть причастный оборот превращается в придаточное предложение, в данном случае предложение причины, и таким образом все переводится, как бы вот явно расшифровывая смысл. Мы должны отдавать себе отчет в том, что при таких трансформациях, то есть когда мы берем причастие, вместо перевода «причастием» превращаем его в предложение, мы толкуем текст. Смотрите, еще один вариант истолкования возможен. Иосиф, хотя и был праведным, решил тайно отпустить ее. Некоторые предлагают такое истолкование данного текста, считая, что вот это «праведным будучи» – это не причина того, что он решил тайно отпустить Марию, а некая уступка. То есть, как праведный человек, он должен был бы поспособствовать, что Марию побили камнями. Ну, правда, в первом веке этот обычай уже не практиковался, да, но в Ветхом Завете, вот в случае, если невеста беременна, там же, помните, побивали камнями, но он вместо того, чтобы вот как праведный человек организовать все по закону, решил ее тайно отпустить. Можем мы так истолковать? Грамматически да. Это наше толкование. Это мы видим, что есть действие, описанное причастием, есть действие, описанное глаголом. Эти действия как-то соотносятся друг с другом, но за пределы этого грамматика не идет. Грамматика показывает, есть два соотносящихся действия. Как они соотносятся? Это вопрос толкования. Поэтому Иосиф, так как был праведен, решил ее отпустить. И Иосиф, несмотря на то, что был праведен, решил ее отпустить. Это два грамматически допустимых варианта истолкования. А уже дальше мы делаем еще один шаг, да, вот, и выбираем один из этих вариантов, и говорим вот так. Но если вы как переводчики не готовы и не желаете делать этот выбор, хотите оставить его читателю, вы вполне можете просто перевести идеи причастия. Иосиф, будучи праведен, решил тайно отпустить ее. А как вот это «будучи праведен» с опусканием соотносится, ну, пусть уже тогда читатель думает и переживает. Так что вот обстоятельственное причастие, то есть причастие, согласующееся с подлежащим, не имеющее артикля, нормально, стандартно переводится идеей причастием. Ну, где-то, особенно в страдательном залоге, может просто причастием достаточно хорошо звучать перевод. Где-то может нормально звучать перевод придаточным предложением времени, цели, причины, условия, уступки и так далее. Особенно, если вы желаете не просто перевести, но и истолковать текст на уровне перевода, продемонстрировать свое толкование, как действия соотнесены друг с другом.